Приморском крае сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД Арсеньева пресекли производство и сбыт синтетических наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 33-летний мужчина. В арендованном им гаражном боксе на территории города Арсеньева оперативными сотрудниками были обнаружены предметы и растворы для изготовления наркотических средств синтетического ряда, а также свертки с уже приготовленным к сбыту веществом. Изъятые вещества направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза подтвердила, что содержимым бутылок и упаковок является смесь с эфедроном массой почти 90 граммов. Вещество подозреваемый изготавливал с целью сбыта бесконтактным способом через интернет. По данному факту следователям следственного подразделения межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления против общественной нравственности и здоровья населения. Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей.